Куда мы там сегодня идем? Сегодня идем в ущелье Кемусар, 4 километра похода. Раньше называлось оно ущельем Комиссаровским. Когда-то там жили казаки. Я Сергей, гид вот этой прекрасной группы. Можно показать. Все, всем хорошего похода, легкого, чудесного, прекрасного. Все, идем за Уланом, ребят. Ну что ж, приступим. Да. Так, погода сегодня прекрасная. Ожидается плюс 8. Прекрасный солнечный день. Так, кажется, Серега нас ведет в это мистическое место. Что, у нас привал? Слушай, вообще, дом с привидениями. В 90-е, когда застройка еще как-то можно было протолкнуть, построили этот дом на реке, прямо на территории нацпарка. А у нас жилые строения, вы знаете, нельзя же застраиваться. Ну. Вот, этот дом так и оставили. Потом заселили наши всякие сталкеры и прочие, короче. Ага. Вот, проводят здесь квесты постоянно. Прикольно. Ну, ты когда заходишь, там вообще атмосфера такая жутковата немножко. Ну что ж, дом с привидениями. Проверка. Красиво. Здесь должна быть мистическая музыка. Вот пентаграммы, сатана. Все, нам тут рады. Где лестница? Еще наверх. Где лестница? Что так? Маловероятно, конечно, да. Да, вероятно, она должна была быть здесь, да. Вот. Так, все, короче, привидение не обнаружено. Идем дальше. Продолжаем наше восхождение. Пройдено только 0,5% пути. Уже привал. Продолжаем восхождение. Открываются все более и более интересные виды. А у нас время перерыва. Все хомячат. Не хомячат. Ты, Серега, у нас перерыв, все хомячат? Да, наверное, здесь и останемся. С такими запасами еды. Все, они разложились, уже Новый год как будто встречают. Так, ну вот мы и прибыли. Прибыли, значит, на место назначения. Такая очень эпичная штука. Вездеход военный, советский. Очень даже классная вещь. Так, обустраиваем место, значит, под костер. Так, мы ведем репортаж с места раскопок. Значит, по легенде, здесь спрятали полкило золота. Вот. И, в принципе, если сказать людям, что оно здесь есть, можно бесплатно выкопать место для дислокации. Девочки работают, мальчики не работают. Это всегда снимает, постоянно снимает. Это... Свежий воздух, красота.
Так, наблюдаем прогресс. Значит, у нас тут уже вырыта неплохая такая стоянка. Так, идем на разведку, посмотреть на виды, которые у нас здесь есть вокруг. В ущелье Кимасар. Ой, воздух прекрасный вообще. Все уже точат. Поляна у нас тут наш. Мы тут немножко покушать взяли. Надо было вначале снимать. Надо пустые пакеты убрать. Больше уверенности. Да, это здание. Быстрее, пока он не исчез. Тебе надо было так же, как и меня. О, колбаса потянулась. Во. Ну, в принципе, это похоже на готовку. Вот так вот. Маршмеллоу на фоне гор. Вот люди загорают, завтра солнечные ванны принимают. Это просто историческое воссоединение колбасы и сыра. Так, всем привет, сегодня будет туториал, как приготовить маршмеллоу за 0,05 секунд. Значит, берем маршмеллоу и засовываем, считаем до двух, раз, два, все, готово. Все, идеальная прожарка просто. Привет, это очередной автообзор. Мне, значит, с автосалона пригнали такую штуку на обзор. Так, как видите, это такой советский вездеходик, значит, есть много колес, то есть они не пробиваются, ничего, то есть, в принципе, можно на нем куда угодно заехать, то есть у него такой интерьер внутри, даже педаль есть, она еще и нажимается. Вот, в принципе, здесь, ну, есть пару лошадиных сил. Так-то он неплохо сохранился. Тут многие элементы даже еще рабочие. Давай, поехали, сука! Давай, готовь! Днище защищенное, то есть, ну, в принципе, можно тут. Обзор из кабины очень хороший, здесь просторные окна. Почему нет стекол? Стекол нет, наверное, чтобы свежим воздухом дышать. Так, вот, значит, смотрите, чтобы завести, значит, сначала берем вот этот рычаг, значит, наверх сначала, потом включаем первую скорость, вот, и, в принципе, все, вот педаль газа, вот, и как бы, да, поехали, как бы, все, тых-тых-тых-тых-тых. Все, собираемся домой. Пожалуйста.
прокатываемся бесплатному. Так, что ж, стартуем. Эвакуируемся. О мой копчик! Вот это самый лучший способ спускаться. Давай. Во, как ниндзя. Давай. Чёх, пах. Ну что, поехали, уровень 2. У-ху! Ребята, обязательно спускаться надо с ледянками. Пешком это не круто. Во, еще один прилетел. Во, давай, ну ты-то знаешь, что... Давай, набирай скорость. Ну почти. Продолжаем полет нормальный. Это просто жесть вообще. Только ради этого стоит подняться. Как впечатление? Отличное впечатление. Ты нас снимаешь тоже, когда мы катимся? Да.